Yeah!
место! Дувар, посланец должен быть где-то здесь. Может, я найду письмо, не проливая крови? Бард сказал, что здесь обучают паладинов. Бой будет очень непростой. Ногу сломал. Ты сказ о старом шипуне захвати, пока там торчишь. Тут кто-то ползает. Зубы ёрлыка, здесь еще и здесь. Тихо, тихо. Надо бы тебе... Тихо, тихо. Надо бы тебе как-то... Тихо! Надо тебе как-то слезать. Видишь внизу сток сена или еще что? Это кто там застрял? Мой брат. Высматривал старого шипуна. Говорят, коль ухватишь его за хвост, сбудется любое желание. А что с твоей ногой? Растянул, видно, когда полез его спасать. Жалкая мы парочка. Тихо, тихо! Надо бы тебе как-то слезать. Видишь внизу сток сена или еще что? Прыгать в сток? Зарекнулся с такой высоты? Это верная смерть. Нет, мне конец. А
Останусь и ждать смерти здесь. Тут кто-то ползает! Зубы Йормунганда! Есть еще и змеи! Тихо, тихо! Надо тебя как-то слезать! Видишь внизу стены или еще что? Прыгать в стог? Перехнулся с такой высоты? Это верная смерть! Ты сделал это! Ты боишься не отправить! Я помогу, но странно, что такой здоровяк боится высоты. И змей. Сам не знаю, как он меня все время в такое втягивает. С ним проще согласиться, чем переубедить. Он у меня в печенках сидит. Лезь туда, Арне. Пошарься в волчьем логове, Арне. Съешь красный гриб. От родней радости и печали бывают поровну. У меня тоже есть брат. А твой также подкладывает тебя смерти в пасть при любой возможности? Давай, помогу спуститься. Сам ему все и выскажешь. Рассказать, что я чувствую? Моему брату? Лучше уж мне змеи весь зад искусают. Сюда. Тут как-то высоковато. Вот, лестница. Аккуратно! Сюда! Благодарю. Хоть он никчемный трус, за помощь спасибо. Не за что. Но о какой истории шла речь? Что за шипун? Сказки. Кто схватит старого шипуна за хвост, тот получит все, чего пожелает. Я читал схожую историю в манускрипте. Там, в башне. Пусть она принесет тебе больше удачи, чем нам. Может, ты решишь загадку змея. Прощай. Да усыпит один твой путь богатствами. Счастливо. Берегите друг друга. Ведь хороший брат лучше любого сокровища. Видишь теперь, дубина? Уж так ныл, так стонал. А дело-то было плевое. Следи за языком, а то волкам скормлю.
Да! Если удастся похитить письмо, а не убить посланца, будет гораздо легче. Говорили, что он скрытен. Что мне теперь делать? Несу послание короля, но некому его отдать. Нужно глядеть в оба. Бедная моя голова. Что? Прячешь, кто смеет мешать посланцу короля? Стража! Стража! Я тебя загоняю. Легкая цель. Тут не соскучишься. Происходит.
Держи ухо востро. Так, не зевать. Что происходит? Альфред выбрал элдерменом Тена по имени Тедмунд. Нужно сообщить аббату Кинеберту. Нужно найти Басима и аббата в Фолкенстене. Проклятие!
как я. Ножки выпущу. С умом. Это сделал не разбойник, а опытный воин Сакс. Thank you.
Отомстил за тебя, друг мой. Как-нибудь мой эль. Ты должен. В моем аббатстве варят лучшие в Кенте. Уверен, ради него я могу рискнуть своей душой. Что, твой бог запрещает вам веселиться? А твой бог запрещает плести шерсть со льном. Будто бы он даже не слышал об Англии. Не все в Писании идет из уст самого Господа. Эйвор, ты с вестями? Элдерменом Кента станет Тен Тедмунд. Тедмунд. Еще одно испытание. Он боится вас, данов. Не покидает своего замка в Рочестере. Как расположить к себе того, кто не станет говорить со мной? Да ни с кем. Загадка. Тедмунд должен быть чем-то крепко тебе обязан. Допустим, жизнью. Продолжай. Мы похитим его из замка. Если победишь его врага и спасешь его от смерти, благодарность будет... Велика? Безгранична. Но стены его замка крепче, чем сжатые колени монашки. Может так, а может нет. Ты что-то скрываешь, Басим? Неподалеку есть лесопилка, верно? В Бимисфилде. Альфред строит укрепление в Уэссексе за счет наших лесов. Он получает дерево отсюда. Тедмунд сейчас там. Не может быть!
Как ты узнал? Прошел слух, что Тедмунд оставил свое убежище. Он смотрит за строительством укреплений в Кентербери. Похитить его с лесопилки будет гораздо проще, чем из крепости. Но и спасение будет не столь эффектным. Стоит ли оно того? Возможно. Да. Да. Приведи его к кругу камней. А Фулке? Получишь ее, когда Тедмунд будет мне верен. Иди. Я соберу небольшой отряд. Я торгую в Рекулвере и Тунбридже. Там хорошо платят за мой улов. Монахи, эти тощие христиане, что не едят мясо. Ты не веришь в Христа? Уэснуэр, Соля! Чтобы почтить его жертву. Мне никто не помешает поужинать ногой барашка. Сюда! Мне не по душе этот аббат. Он скрытен и честолюбив. Скажет ли он, где искать Фулке? Нет никаких сомнений, что аббат ее друг. И если он не поймет, в чем наша цель, мы можем преуспеть. Верно. Знаешь одну старую историю о скорпионе и лягушке? Детская сказка? С хорошей моралью. Скорпион хочет пересечь реку, но не умеет плавать, и просит помощи у лягушки. Лягушка соглашается, но при одном условии, что скорпион ее не ужалит. А скорпион жалит ее, мол, такова его природа, и оба тонут? Скорпион пересекает реку, жалит невинного человека, и тот умирает. Так в чем, по-твоему, соль? В том, что твои истории мутны и двусмысленны. В том, что у каждой тысячи возможных концовок, многие из которых неожиданны. Если аббат не скажет, где искать Фулке, я убью его. И мы продолжим путь сами. Суровый подход к делу. Ты предпочитаешь действовать скрытно. Бимисфилд уже рядом. Веди, я следом. Надеюсь, что все это не напрасно. Когда аббат расположит к себе Тедмунда, он выдаст нам Фулке. Нужно сделать лишь это. Если глупец сдержит свое слово. Осмотрись.
ничего вам не скажу. Я не тот, кто вам нужен. Пустите меня. Перестань орать, или умрешь. Умру? Боже, сохрани. Тебя спасет молчание, Тедмунд, а не твой бог. Бежим, друг мой. Нужный человек у нас. Ну что, сердце забилось быстрее? Я думал, ты любишь действовать скрытно. Мы так и сделали. Быстро похитили жертву и сбежим, пока за нами нет погони. Мы прячемся. Мы прячемся у всех на виду и ждем нужного момента, чтобы нанести удар. Мне по душе действовать открыто. Владык, любящих тайны, люди не понимают. Но ты, как владыка, не можешь отрицать, что без обмана и интриг порой не обойтись. Сколько людей из твоего клана знает, почему пропал Сигурд? Вот видишь, каждый владыка должен знать, когда лучше промолчать. Ведь молчание не всегда ложь. Но порой кажется ей. Вижу, ты отлично скрываешься у всех на виду, да? Во всех смыслах. Я все делаю как следует. Стойте, даны! От имени Альфреда, короля Уэссекса, я требую освободить его подданного. Не подходи, христианин, или я убью его. Нет, я не тот, кто вам нужен. Не своди с него глаз, он стоит мешка серебра. Только дернись, и тебе не сдобровать. Он у нас. Закончим поскорее эти игры и разойдемся. Это точно Тедмунд? Он в одеждах лорда, но несколько ниже и толще, чем мне казалось. Я не Тедмунд, не он. Клянусь святым распятием, что я не Тен Тедмунд. Что здесь происходит во имя Господа? Кто ты такой? Говори живо, или пойдешь на корм воронам. Шергар! Меня зовут Шергар. Лорд Тедмунд платит мне, чтобы я притворялся им. Брат Шергар? Ты из монастыря святого Августина. Я оставил монастырь много лет назад, святой отец. У меня иное призвание. Ты нам еще пригодишься, Шергар. Устрой нам встречу с Тедмундом. Вымани его. Тедмунду плевать на меня и мои слова. Он не дает мне приказы лично. Я едва его знаю. Значит, ты бесполезен. Может, просто убить тебя сразу? Нет, стой, стой. Дай подумать. А, даны. Чтобы взять замок, нужны даны. Мне велели остерегаться их лагеря к западу отсюда. От лица Тедмунда я дал приказ солдатам их схватить. Если поторопитесь, можете успеть сами. Если еще один отряд данов пойдет с нами на приступ Рочестера, мы сумеем проскользнуть внутрь. Если саксы их не перебили. Для наших воинов я Тедмунд. Могу приказать их капитану отозвать людей. Смелая затея. Узоры, что плетут норны, не распутать смертным. Кажется, все пути ведут в Рочестер. Аббат, готовься. Мы дадим знать, когда соберемся похитить Тедмунда. А этот глупец слишком много знает. Он пойдет с нами. А если предаст, я поджарю его на медленном огне. Ты не пожалеешь. С моим острым умом мы избежим кровопролития. Болтай поменьше. Мы ведь можем и передумать. Быть Тедмундом становится все неприятнее. А как ты стал его двойником? Много тяжких испытаний пришлось сперва преодолеть. Угораздило же родиться похожим на другого. Не стоило мне сходить с пути Божьего. Как же ты оступился? Я седьмой сын бедного Керла. У отца хватало нахлебников, и он отдал меня в монастырь. Общество монахов не подошло тебе? Я думал найти утешение в их размеренной жизни. Но меня ждали лишь молитвы и тяжкий труд. Нам не понять замыслов Норн.
Теперь твоя жизнь зависит от сплетенной тобой лжи. Я скверный притворщик. Сбиваюсь, руки потеют и запинаюсь, когда волнуюсь. Но я попробую. О, вот залог большого успеха. Капитан плохо знает Эдмунда. Если не горячится, он меня послушает. Надеюсь. Мы опоздали. Ужасное зрелище. Мы должны спасти уцелевших. Любой ценой. С капитаном нужно быть осторожней. Он много пьет и может убить под горячую руку. Да, это я, Тен Эдмунд. Я здесь, чтобы обсудить приказ, который нынче дал вам. Из-за него нас всех перебьют. Тебе недолго осталось жить, свинья! Молчать, псы! Теперь вы рабы Кента. Тент Эдмунд, что ты здесь делаешь? Как ты смеешь обращаться ко мне столь вызывающе? Ты знаешь, кто я? Как я и сказал, Тедмунд. Не хотел оскорбить тебя, лорд, но мне сказали, ты в Рочестере. Вот как? И что, по-твоему, я сейчас в Рочестере? Видимо, нет, лорд. Мудрый всегда приходит нежданно. У тебя странные спутники, лорд. Арапы, кажется, дан? Я хочу показать Тену наши обычаи. Именно. Своего рода обмен знаниями. А вдруг я однажды приеду в твою, Данландию? Норвегию. Я окажусь тебе чужаком. Но разве нас не меняют наши странствия и то, что мы видели? Как скажешь. Лорд, есть какие-то еще приказы? Да, да. Я приказываю тебе перестать прохлаждаться и вернуться в казармы, болван. А что насчет пленных данов? Убейте их! Всех до одного! Нет, нет. Оставь их здесь. Связанными. На съедение волкам! На этом все. Можешь идти. Прочь! Этим притворством ты заслужил свободу. Иди и начни жизнь сначала. Свою жизнь, а не чужую. Начну. Но я даже задумался, не испытать ли свои силы в роли правителя. Да-да! Поспешите! Вас ждут женщины и Эль! Шевелитесь! Вы слышали приказ Эдмунда? Связали всех, как овец. Нужно их спасти. Спасибо. Мы обязаны тебе жизни. Эти ублюдки-саксы убили бы нас всех. Да, убили бы. Но вы можете отомстить. Вместе мы захватим и разграбим Рочестер. Я бы рада помочь. Но такой замок нам одним не взять. И у нас нет союзников в Уэссексе, тех, что готовы напасть на своих соседей. Но есть друзья в Мерсии. Гедрик пришлет нам своих воинов. Отправим послание в Оксенфордшир. Мерсийцы с радостью нападут на земли Уэссекса. Твое имя, воительница? Руна Эгрисдоттер. Нам нужны суда, Руна. Мы причалили выше по течению, но подходы к Рочестеру защищены цепью. Я уберу цепь, и вы приведете корабли. Доспехи и оружие нам пригодятся. С их помощью Гедрик и люди Оксенфордшира смогут скрыть, что они из Мерсии. Мои воины не попадут в Вальгалу. Мне больно от одной мысли, что их оружие окажется в руках саксов. Большая жертва. Ради еще большей добычи. И мы отомстим за них, одержав победу. Их духи будут довольны, обещаю. Твои воины принесут доспехи?
И каков наш план? Утром ты направишься в Бакингем и напомнишь Гедрику о клятве. А после встретимся на берегу Урочестера с кораблями. Нужно предупредить аббата Кинеберта, чтобы он успел собрать своих людей. Сделай это, Руна. Я объясню, где его найти, прежде чем уйдешь. Значит, решено. Я отправлюсь с рассветом. Хорошо. Значит, успеем выпить. Ты проделал такой путь, следуя долгу. Это и есть жизнь незримых. Дорога. Мой путь не таков, как у всех. Кредо вечно в пути. Наши идеалы для всех, мы верим в это. У тебя нигде нет дома? Пожалуй, нигде. Нет. Странно. Для меня дом – семья. Но у меня нет семьи. Нет? А как же Хайсум? Родители, братья. Все мертвы. Мне было 9, когда погибли родители. Если бы не Сигурд, я... Если бы не он. Есть узы, которых не разорвать. Да. Дети. Странное дело. От них столько тревог. И столько радостей. Сердце замирает. А если повезет, приходит на смену. Мне не повезло. У меня был сын. Я скучаю по нему. До сих пор. Мне жаль, Басим. Его у меня отняли. Тот, кому я верил. Друг, учитель. Тот, кому я доверил бы что угодно. Но тот, кому доверяешь все, может и отнять все. Вот он и отнял. Отнял все. Взять Рочестер будет непросто. Нужно подготовиться.
здесь, в древнем королевстве Кент. Юды привели меня туда, где в следах исполинов горит его пламя. Здесь со мной снова говорил Господь. Предупредил о предательстве, борьбе, испытаниях первых. Я не всегда понимаю его слова. Если он меня предупреждает, значит, считает достойным. Одна из ангелов в плену. Ее нужно освободить или остаться с ней. Мне идти к ней? Чувствую что-то странное.
Есть, только с той стороны. С той стороны. Осмотрись вокруг.